Налоги можно не платить, правда, лишь те, которые образовались в срок до 1 января 2015 года. Рядовые граждане, по каким-то причинам не оплатившие транспортный, земельный или имущественный налог, теперь могут о нем забыть. Фискальные послабления коснутся и индивидуальных предпринимателей. Им спишут долги во внебюджетных фондах. В налоговом ведомстве отмечают, что для ликвидации недоимки обращаться в территориальное управление не нужно. Перерасчет оформят в автоматическом режиме всем гражданам. О том, какую сумму государство простит ивановцам, в профильном ведомстве не уточняют. Законодательством сроки проведения налоговой амнистии не предусмотрены, так же, как и неограничены суммы, подлежащие списанию. Значит, у нас мероприятия по проведению налоговой амнистии, то есть по списанию задолженности, начнутся ориентировочно с 10 февраля текущего года. Если у налогоплательщиков потом возникнут какие-то вопросы об имеющейся у них задолженности уже после проведения данных мероприятий, они вправе обратиться в налоговый орган с заявлением или с обращением, которое будет рассмотрено в индивидуальном порядке.